Вот это жара, слушай. Угу. Поговорим опять на пляже. Если не намажемся. Нет, здрасте. Которую остановили. Строчку. Угу. Кто-то кушает. Персонал кушает. А, персонал. Тоже много кушают. Видишь, сколько тарелок стоит, да? Да. Реально, как покушают, так и работают люди. Какие были обсудим? Были обсудим. Я главное твое желание. Желание есть. Привет. Снимаешь, да? Нет. Ты же то я пытаюсь. Я просто учусь. Я ж никогда не снимала, во-первых. Что? Твои любимые диваны. Да. Кресла королевские. Здесь у нас лестница. Ну, сейчас все увидят. Главное не упасть с ней. Что оборачиваешься? Потом по новой, да, придется снимать? Что по новой? Ну, сейчас у меня будет все трястись. Пипец ты красный. Наша столовая. Точно, я хотела ее заснять. Мы кушаем все равно здесь. А. Да? Говорю, мы же кушаем здесь. Да. Вон он, столик. Который постоянно занимают. Второй. От конца. С видом на море. Конечно, нам видно. А вот здесь мы ходили в соляную, сейчас спустимся, покажем. Ой, трясусь какая-то. Где эта соляная комната? О, мне дерево закрывает, ладно. А где мы живем? Вот мы тут и живем. Где вот, да? Где труселя висят? Да. Вот. Вот так называется. Номер можно познать по висящим моим трусам. Вот отсюда видно. Сейчас.
Да, ну, честно говоря, бочка круче. Конечно. Ну что, мы такую бочку захотели себе, да? Да. Ой. Вот еще какие-то домики. Я сейчас, конечно, снимаю тебе тут. Спуски так вообще жесть. Наверное. Уже давно не снимала, поэтому. Там же в Ютубе можно поусклеивать, да, видео? А. Попросим из Ютуб, есть же программа на то. Просто Ютуб еще там прикольная штука, она это есть там фигня, типа, которая убирает вибрации. Да, есть. Там пруд, вон там вот пруд, в который плавают рыбы. Вон их видно даже, рыба. Вон, видишь, смотри, там вдалеке плавают. Еще ничего не посадили здесь. Еще пока. Это вот площадка такая вот. Лукоморье называется. Домики. Выход. Наша машина. Антон, ну вот. А здесь волшебный. Это на кнопку нажал. Теперь смотрим. И все трясется, наверное. Ну ладно. Да, Антон, снимай до сам. Мне уже, кстати. О! А здесь есть пауза? Пауза? Нет? Было нет? А куда сколько нажимали? Что? Теперь нам и труба подзорная не нужна, у нас там этот свой бинокль. Ой, какие у нас тут регионы? 62-й. 123. Краснодар. 777, не знаю, что за регион. Девяносто три, Краснодар. Ну это местные, нам они не интересны. Еще бы их здесь не было. Ну да. 152. Не знаю. Аху! Куда ты пошел? Лазили ночью. Да.
телефон. Mm-hmm. Что, плох? Я говорю, вон, видишь? Играют. Грязный такой вылез, черный. Дайвинг. С трубкой. Там вот, наверное, рыбу ловят. Стоит. Новороссийск. Большой город, который, правда, кроме своего цементного завода, ничем не известен. Ну, корабль плывет. Да, сходим, наверное, купим очки там, которые я не купил. Да, мне Катя подогнала свои очки. Улыбаемся и машем. А где вы были? А, чуть-чуть перед, а полежали. Оператор. Ты уже как местный. Да? Ну, загорел. И Настя. Вода какая. Хорошая? Чистейшая. Да, вода действительно. Как нейтраль. А то столько людей приходит. А еще думаю, возьмешь ты камеру, не возьмешь. Детей много. Комментарии начинают снимать. Думаем, куда в следующий раз поехать нам. Куда? Выбираем. Со мной. Самое главное, это со мной. Вода чистая такая, ей плывешь, дно видно, там метр 4-5. Она теплая? Да я до буйков доплывал, там видно дно. Видно, где он даже крепится, буйок. Матрасы кирдык, да? Ну, забыли. Ну, он же там еще лопнет. Не снимай, иди уже помогай мне, деловой. Спасибо.
Я в воде.